раз. Ну что, посмотрите, все спят вокруг, а мы уже как настоящие рыбаки сидели. Все три самых главных рыбака собрались уже на выход. Мишка вон сидит, оделся на 7 метров в секунду вверх. Светит на 2 метра в секунду. Майка еще на 2 метра в секунду. Майка еще за базу еще влезет. Вот так вот. Завтрак рыбака. Доброе. Вот. А мы думали, мы последние. Тут еще вообще не начинал даже просыпаться. Вот так вот. База рыбаков, все еще спят. Мы самые первые, значит, самые больше всех работают. Так, ну что, вот у нас флот стоит. Ветерочек сегодня свежо. Посмотрим, как будет. Смотрите, солнце поднимается. Потихонечку. Диск такой монументальный, да? Тихо, Миша, блин! Я понял. Спиннингами сейчас глаза выколю все. Заборол тебя спиннинг. Как обычно, бледный немец. Все, ребятки, мы выходим. О, и солнце у нас, и луна. Значит, выходим правильно. Все.
брат, наш пограничный столб стоит. Граница на замке. Сегодня мы охраняем. И получается, мы в нейтральных водах находимся. В нейтральных водах находимся. Там казахский берег, тут наш берег. А мы идем по границе. Ну, ребят, выбирают невод рыбаки. И как-то увидеть бы, что они там поймали. Можем, да, посмотреть? Нет, на теневом участке нельзя находиться. А-а-а. Не, ну вот отсюда можем же, да? Ну вот, ребят, это промысловый лов. Мотор, чтобы не ударило. Оп-о. Нет, вот в эту дырку наоборот. А, вот в эту наоборот, мешать. Вот между лодками, да, зайти, чтобы. Оп. Давай. Давай, затаскивай нас вперед. Вперед. Между моторами. Опа. Давай, я вперед зайду. Давай. Подходите, вон видите, я там понял. Три столбика стоят, только оттуда можно смотреть. Вот три я палки, да? Вон там маленький столбик. Ага. Смотри, как выкидывают рыб. Лебедка, смотри какая. Ребят, посмотрите, лебедка как сделана. Лебедка, да. Трактор стоит, лебедка. Тяжелая работа. По пояс в ледяной воде ребята ходят. Понятно, что в костюмах. Опа, полетело. Хмурые, да? Ну да, так в ИЗК по пояс в воде. Ну что это такое? То есть для них они 12 человек, представляешь, их там вот 3, 6, 9, 10. Это 11. Это 11. Солярка. И то солярка. Поймали очень мало. Рыба еще не идет. Давай рыбу.
ходовой рыбы нет, да. То есть это у них мелкая рыба вся. 4 рубля. А 4 рубля килограмм? 4-8 максимум. А это что за рыба у них там? Карась. Карась в основном, да? Ну, а в Москве он где-то рублей 150, наверное, стоит. 125 я видел как-то год назад. Ну, в магазинах уже, вот в рознице уже 150 где-то. А ты все 300%, 300%. Вон, сколько здесь. Ну, пока они довезут. Ну, перекупы, да, там пока все. Тут же 10 через 10 рук проходит это все. Да нет, тут до Москвы ехать сколько там? Сутки, понимаешь? За эти сутки рыба вырастает. Ну, 1500. За эти сутки наворачивается сколько этих процентов? Вон они полного удара набили, вот она. Ну что ж, вот мы посмотрели, как проходит промысловый лов рыбы. Пойдемте. Нас ждут наши рыбы. О! Безглазая рыба. Кто-то у нее глаз забрал, да? А, вороны выклевывают. О, мигалка синяя стоит. Видал, мигалка стоит. Ну. А это вот, я на деревне стоял, это смотри. Это здесь ловить будет? Вот тут, да? Сейчас на Жерих останется, кидаем, посмотрим, что там с Жерихом. Двинется туда, ближе к ним, туда-ка. Вот у нас блесна такая, Делфи. Мишки опять есть. Затяни катушку. Фрикцион. Подтяни фрикцион. Давай его сейчас. Так. Тихо. Не торопись. О, поднимай. Стой. Все, спокойно. Опа, есть. О-хо-хо, вот это рыбина. Ребят, вот это рыбина у Мишани. Вот это рыбина, ребятки. Посмотрите, какой жерешок. Побрите меня на лысо, назовите скунсом, ребята. Смотрите, что я поймал. Да. Это вообще самое большое, что когда-либо я держал в руках из пойманного. Боком поверни меня. Сейчас, подожди, боком поверни. Ой-ой-ой, какой красавчик. Аккуратно. Ох, вот это кит. Вот это кит. А, у нас есть эти экстракторы? Нет. А, он уже отцепился, да? Отлично, отлично. Слушай, вот это да. Сколько же он весит? А, у меня есть этот. Сейчас. Здорово. Ну что ж, теперь и я буду ловить. Сейчас мы будем на русскую блесну ловить пробовать. Мандражируешь, Мишка? Очень. Миш, у тебя наконечки переклеснулось несколько раз. Нет, я Так, ребят, блесна Делфи. Да. Спокойно просто крути, да, на проводке не взял. Thank you.
Сейчас. Оп. Оп, что-то было. Что-то, ребята, и у меня было. Но прошло. Оп, тюкнуло. Тюкнуло что-то. Так, фрикцион. Ух ты, это бакланы, да? Бакланы полетели. Вот попробуем Сальвадор от русской блесны. Попробуем на него. Ты, Михаил Юрьевич, прекращай давай нашу рыбу вылавливать. Виноват. Не так сильно, да? Узкое проводить. Оп, блин. Что-то было. Оп, есть. Есть. Вот русская блесна работает, ребята. Русская блесна работает. Хорошо. Хорошо. Да так я тебя подведу сейчас. Оп. Спокойно, спокойно. Спокойно. Ух, хорошенький. Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо, завел. Миш, ты, я тебе сам заведу, ты не это самое. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. О, давай, поднимай. Опа, есть. Ну вот и мой крокодильчик. Вот, ребят, русская блесна отработала на пятерочку. Отработала на пятерочку. Отлично взял, хорошо, тройничок. За две губы. Тройничок вроде маленький. Вот так вот он зацепил. Жерихом первый мой жерих, ребят, в жизни. Вот такой красавчик. Отлично. Погаси. Ребят, ну вот взяла на Сальвадор Glow. Такая вот блесенка. 78 миллиметров, она 30 грамм. Пилькер. Очень хорошо летит, очень хорошо заглубляется. Тройничок качественный стоит. Хорошо цепляется. Заброс вообще далеко происходит. Оп. Так, оп. Ветер на ветке меня скидывает. И сейчас у нас будет поклевка. Смотрите. Даже не верится, что еще один поймается. Обычно у нас на таком жирном рыбалка заканчивается. Да. Ловим со спиннинга волжанка. Сталкер моделька. Ну посмотрим. Посмотрим. Ох, есть. Нет, зацеп. О, доску поймали. Что? Оп, а у меня был удар. Что ж, надо пользоваться моментом, пока у нас рыбаки все заняты. Я буду вылавливать жереха, ребят. Мой жерех где-то здесь, я знаю. Ай, красавцы какие. Оп, есть. Блин, ушел, а, зараза. Был удар. Хороший удар такой был, а. Берет, берет на этот пилькерок.
цепанется, да? Да, да. Ну, не, пусть такой будет. Он нам еще дал по одной, я смотрю. Да. Блин, цветной шнурок удобно, конечно. Видно это по 10 метров каждого цвета. И понимаешь, когда уже надо забирать его. Такая серебро. Красные глазки. Да, у них настоящее серебро. Есть, ребятки. Мишка. Поймал жереха. Ух, как сейчас она. Я его победил. Ух, 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 ух. Тихо, 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 тихо. Сейчас я немного свой этот. Не прослабляйся сильно. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.